Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня такой очень хороший, прекрасный морозный день, минус 31 градус. Вот, я обещал показать машину свою. Вот Lexus, да, замерзший в снегах стоит. Давно не заводился. Вот, и думаю, вряд ли заведется. Но мы идем к моему Land Cruiser. Очень холодно. Так, вот Land Cruiser. Я обещал по всему показать на 22-х дисках, но на 18-х покажу. Ну, обычный Land Cruiser, ничего особенного. Так, открываем. Открываем. Садимся. Ой, очень холодно в машине. Очень холодно. Так. Приступим. Нажимаем кнопку. Пауза такая. Эта пауза нужна для того, чтобы форсунки прогреть. Топливные форсунки. Вот. Спокойненько завелся. Никаких проблем. Есть такая интересная кнопка на Land Cruiser. Ну хотя, смотрите, температура минус 22. Хотя официально минус 30. Ну то есть в интернете минус 30. Все, работает спокойно. Есть такая кнопка. Сейчас я на нее покажу. Вот тут вот одна такая кнопочка. Вот она. Нет. И обороты двигателя повышаются, то есть для того, чтобы быстрее прогреть машину. Так, ну все, оставляю свою машину заведенной. Как дым идет из трубы. Холодно достаточно. Ну все. До новых встреч. Если понравилось, ставьте лайки. Всем пока-пока.